Так, танки Хризи. Виами это танк. Всем привет, ребята. Хризи и Белин, короче. Кто не принимает сумон, кто АФК, я сейчас вас поменяю. Чек на замену. Начинайте трэшбить. Значит, пятая пати хилы, три хулипалы, эршам, хулиприст. Два танка Хризи и Белин. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Ой, скажи, пожалуйста, комбат Роги, сколько надо меткости вообще? Какой кап? 237, что ли? Рейтинга не помню, сколько это. 237 или 67? 237. Или 239. 240 где-то. Там 5% идет в талантах, 3% в рейде. Это получается сколько? Там а вот ты скажи мне так. Яды. Скажи, да, у меня вот 320. Но у меня промахи от потрошения. Блин. Белые атаки тоже промахи. А ты сколько? Не соберешь никогда. А ты смотрел, сколько у тебя забой на боссе промахов в среднем? Не, это в основном не смотрел. Да, я не знаю, не может при 302. Ну значит у тебя тут 5 талантов не вкачано, блядь. Как еще это объяснить? Ну, нет, вкачано. Не знаю, надо смотреть на твою рогу. Там, по-моему, сколько вот у магической меткости, у ядов 17%. 3% рейд, 5% талант. Это получается 9% надо магической меткости собрать. А мили меткость, она там и так 5% в таланте. Ее вообще у тебя может быть 90, сколько там? 100, 110. Короче, для ядов собирается 240 меткости, примерно так. Не знаю, как может быть промах потрошением, это вообще нереально, блядь. Это что-то странное. Может, парирование какое-то? А мастерство сколько? Мастерство 26. Чтобы босс не уклонялся от атак сзади. Белые автоатаки всегда будут промахиваться, будут промахи в любом случае. Он спрашивает, люди в чате, может у тебя оружие не докачано немножко, не 400 там, а 300 с чем-то висит. Сейчас гляну. Смарт.
Да, посмотри, потому что бывает такая фигня, сразу не замечаешь, а потом смотришь. Да нет, топоры 400 из 400. Хм. Ладно, уже гляну в боссе тогда, вот сколько пробока. Да, ты посмотри. Если немного, то совсем чуть-чуть надо добрать. Если много, тогда это какая-то важна. А что, рукопашка, это имеет какое-то значение, что ли? Кистевой, это кистевой считается, рукопашка. А что у него? Бать, ты привел мобов. Сейчас еще две резки будет. Берешь? Чешу. Ты пожилой Боров. Погнали Севиану сразу. По бафам, там сами бафики, что-то Белин, Прота, Кал, Каски, Эльтери, Кулаки. И кто-то из полипалов крестит, только не я. Блин, сразу пуляйте, маны есть. Не, нету маны, блин. Ну, коты залейте Рокстеру маны. Чудовищ призвал, забыл, что нету КД. Ой, блин. Горите в огне хозяина. Три частицы на БДК. Хренец. А у нас три хульпала. Чё себе. Правда Фламбо написал, что вчера в РСке какая-то дичь была, что чуть ли не каждому ГП летело. Не знаю, блять, мы убили нормально. Да, вот а Фламбо. Как можно посмотреть им на промахи? А смотри, ты кликаешь на себя, выбираешься за бой в списке рекаунта, кликаешь, свой ник, там открывается табличка, и ты на каждый скилл наводишь, и там оно показывает. Если был промах, пишет мисс снизу. Ладно, давайте подумаем, танк еще у кого-то есть? Калк, у тебя танк есть? Да, я Холик скинул. Давай. Пирогой, да, был? Тукану, правильно? Сейчас я посмотрю. Да, да. Значит, Хризи на боссе, Хризи хилю я, частицу на него кидаю, Белина хилит Бьянка, Машулечка хилит Шкалка, ну частицы я имею в виду кидаете, а так хильте кого хотите. А, на боссе Хризи первая копия Белины, вторая Калка. Чек на пул. Я чекнул, считаю, что у тебя нет промахов, там один промах за бой был, то по-моему от яда. Да, да. Начинай, Хризи.
цирк. Ой, да вот эту череду когда давать? Позже объясню. Прокнули тринки, можешь дать. Потом по КД. Вдвое сильнее страдания. Надо подождать. Вдвое сильнее страдания. Продержался. Останься в танке, пока там трэш потанчи. С какой хотите стороны там. Ну, я первый по ХП, СПС. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Хизи на боссе. Там Калк сбили справа-слева. Явились сами. Из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были не равны. Мои братья гибли один за другим. Запускай. А я спряталась здесь. Алекс сразу выбрала достоинство. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но боюсь... Слуги! Обратите их в пепел! В самом начале... Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, поближе чего добиваются стойте, эти Калк, захватчики. Блин. Но одно я знаю точно. Их нужно поехали в ту сторону. Так, Калк ДД, обратно Белин, танчишь свет, я остаюсь с тобой. Так, ко мне выйдет Машулечка, во тьме остается Бьянка, Тайгет и Рокстер. Рокстер диспелит тьму, Машулечка диспелит свет. Во тьме играют 3-4 пати, 1-2 пати выходит свет. Так, все спокойно. Чё? Ну я холипал только сделала, я еще не знаю, как у меня будет в воду отображаться вообще эта штука и будет ли вообще отображаться. Я не хочу наслакать. Я вдруг посмотрю. Да, забей. Потому что я не увидела.
Не уверена, просто выберешь мышку, если не уверена, и нажмешь Dispel. Если будешь... Я выйду вместо нее. Свет. Да Dispel. Нет, не-не-не, будь во тьме. Еще кнопка. Если не получится Dispel, скажешь сам Dispel. Виами и Машулечка. Пью. Дайте пожрать что-нибудь, столика нет. Он рыбу поставил, слил. Это заклинание еще не готово. Начинай. Начало эры разрушения. Беги, оборванец. Ты куда делаешь, ты далеко? Серега, кому даешь? Ты что, дурачок что ли, оборванец? Мели, беги давай. Следующую метку тоже назад, вот сюда, к этой метке. Небеса, в огне, в мире сумерек, вы найдете лишь страдания. Все, заходите. Ходите, если посмеете. Ах, Ризи, подтяни чуть-чуть на себя. Когда танк заходит тьму... Вон Халион стоит ровно в центре, как надо. Не знаю, зачем вы его просите тянуть. Он чуть-чуть неровно был. Он не ходит, Халион. Он не должен ходить. Тут ты стоишь, блин. Вот тут. В меня встань. Ты близко так к боссу будешь. Да нахера тебе эта лужа? Таунт просто спальни, все. Фромер. Там материальность. Скажи им. Так стопните, хули. Тьма, стопните. Вы что, тупые что ли, когда 40% не бейте? У вас 30. Небеса в огне. Уважаемые оборванец и калк, выйдите в свет. Вы в первой пати. Заебали. Боже, блять, какой-то оборванец. К
Кнос, беги. Кнос, Кнос, Кнос. Ну куда? Ну ты ж... Свет притормозить. Ты ж до стены добегай, потом я диспелю. Миру стать. А он что, медведь, что ли? Кот вроде. Он мне показывал только что 55 кхп. Силы прожался в этой форме. Ну заметки у него кот убит. А, беги квота, беги. Мишка кот. Исполняй ее вкусом, ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет. Не кикай рогу, я зайду на следующего раз. Пипец. О, колечко на хулипала, да? Да. Че ж, крольчик? Кольцо рольчик. О, давай сюда, да. На ИП кто-то перезаходит. Что, блядь, компьютер тупит. Ты же паладин, да? А, Вячеслав. Что? Ты же паладин, говорю. Сейчас он на паладине сидит, ходит холя. Ты чё молчит? Ну так Войт, мужник Войт холя. Он один такой. Чё, всё? Можно начислять? У него все персонажи Войт. Я говорю то, что это... Мне же обращаюсь. Плюсуем во вторую, сейчас я зайду. Рано плюсуете. Надо плюсовать, пока никто не написал ничего. Мне кажется, тут уже рейд собрался без тебя. Ну, пускай идут без меня. Thank you.
Что привело тебя сюда? А, скажите, пожалуйста, РС где идет в этой группе ДБМа? Сейчас. Палата аспектов. Открываешь ДБМ, там боссес идет, и палата аспектов есть, там плюсик еще стоит. Да, да, спасибо. Пожалуйста. Катамет какой спектр? Две минуты войд корну, хорошо? Еще хилов парочку желательно. А там шаман еще какой-то хотел. Пистола, который. Виталик, он протопал, есть? Конечно. Спекайся. Идите в инст. ДКшники, у кого этот танк есть еще? Кроме Белина. Зачем на босс спекнуться, что? Да. Я могу спекнуться, Вайт. Ну, хорошо. А мы по времени будем резку час проносить, да? Или меньше? Часа полтора-два. Какую резку? Ну, вот эту. Че, она прикольная, что ли? Не, ну, минут 30-40 точно, знаете. 32 минуты уже одну убили. Дрючи выбрал, да. Летите в инст, два флота. Это, давайте я пойду треш пока чистить. Вернее, танчить. Сначала суммоните хилов всяких. Я вот лечу, допустим, выйдет сейчас. Ставь. Каково сумму? Три лока шкала, всех суммонит. Хочу быть, я тебя суммону. Нет. Маги, дайте столик сразу. А
Значит, кто будет АФК, я просто набирать пугов начинаю. Два слота, сейчас миллион людей напишет. Сначала нужно выбрать цель. Маски, кулаки. Я бафаю что? Не знаю, что-нибудь. Давай каски. Я это... А сколько нас там? Давай, короче, ну, я каски. Кулаки, хорошо, кресты. Я кулаки, кресты. Угу. Далеко на каски. Все, поехали. Да, может идти, Леш. Папку дайте. Не сагрите тот трэш, алло. Не веди туда. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу начать. Ты за деревом сейчас умрешь. Что-то магия как синка обменялась. Сверху не знаю. Я и Кенфлайкина. Я Серафина там. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Первый раз тебе, да? Вторая. Блять, опоздал. Неудивительно, уже половина пропал. Четвертый. Да комбы забирали. У меня времени не было.
свели к месту. Маги, поставьте стол, пожалуйста. Давайте совяну. Убить. Так, Джулиан, у тебя танк получше, чем у Белина? Наверное, нет. Не знаю. Белин на боссе, Джулиан первая копия, Виталий Кун вторая. Дай хоть ману резать, твой. Ну это живой, то он никому ничего не дает. Минутку, я сейчас маху сделаю. Самонем. Квест взяла, кстати, на РС. Надо было уже давно прилететь. Все, можно пулить. Иди дальше копию, пожалуйста. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать.
Двое сильнее. Здоровался. Здорово, когда не шутишь. Балтар, не оставляй. В мире хватает героев и без тебя. А чё так печально? А чё? Просто не переходили план. Надо было Холипала распределить просто. В одной, каждую разку по одному. Да нет, это хуйня все. Хилите хуёво. Я вообще не должен на первом месте здесь быть, блядь. У меня третья аура стоит, может быть это мне поставить? Прям значит, Фьера дашь каплю на Велина, когда начнется. Давай потанчик первого. Когда начнется вихрь. Ладно, на Джулию. На Велина дашь, когда он будет первую копию танчить и начнется вихрь. Джулион будет на боссе, блин, первая копия, Виталикун вторая. Хильте, сука, когда вихрь, блядь. А, Войт, Славик, объясни мне, где мне третью копию держать. Давай подумаем, где же можно держать копию? Ну я ни разу не держал третью копию, чё ты возникаешь? Я вот первую смотри, только держал. Давай просто подумаем, первая, вторая, третья, где можно держать копию? Спереди босса стоит танк, в нем точно нельзя держать, блять. Сзади босса стоят милики, блять, у них нельзя держать. Еще чуть-чуть сзади стоят всякие бомжи РДД, сука, там нельзя держать. Слева от босса, блять, там тоже всякие РДД стоят, хилы, совы, блять, там нельзя держать. Справа от босса, где появляется копия, блять, там редко кто стоит. Это пиздец. Там, наверное, нужно. Ну справа держать. Там уже первую копию держит. А третью. Там же и держи, справа. Тот, кто первую копию держит, он ее немножко вперед проведет, а ты за ним идешь. Просто смотрите по ситуации и все. Нельзя в рейд ее поворачивать. Че сложного? Начинай. Цирк приехал. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Выкинул. Пиши, приведите от дерева босса. Двое сильнее страдания. Пиздец, без машинки захилили. Здесь произошли страшные события.
святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Комнату мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один за другим. Запускайте. А я спряталась здесь и запечатала. Алекстразом. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут... Слуги! Обратите их в пепел! В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги! Обратите их в пепел! Танк какой-то. Ты, блин, прожимы как отдаешь на Заритриана? Опоздали. Рубиновое святилище пало. Ты должен начинать с прожима отдавать только когда 5 стаков. Не 3, не 4. Ты 10, у тебя 2 или 2, 4 есть штуки. Только 2, да? Вот, кровь вампира. И захиливаться начинаешь. Захватом, ударом смерти. Как кровь вампира проходит незыблемость, это на 5 стаках надо отдавать. А чё профитнее, от огня или на броню поставить ауру света? Броня. Так, по хилам. Машулечка воет тьму, утекутит Сэншу свет, утекутит остающий Сэншу, выйдет свет. Сэншу дисплеит свет, я дисплею тьму. Первая, вторая пати выходит свет, третья, четвертая остаются во тьме. Блю Стахли выходит свет, чек на пул. Малышка, беги! Если посмеете.
Магия МК, пожалуйста. МК. Слышно меня? На пульте на протопол. Во тьме только автоатака бьем. Света упали почти все. Да? А как? Ну, кто-то сорвал, он дыхнул в рейд. Четвертая пати ДД. Маг. Четвертая пати ДД, выходим в свет. Тьма, стопните дамаг. Ревностный свет. Подхилание, подхилание, все. Сейчас выйду. Все, я упал. Да все. Тогда падайте. БМЖ. Меня сейчас слышно? Ты кто? Я виноватый. Я понял, что ты виноватый. Сколько еще таких героев? Да у меня просто. Не знаю, в чем ты виноватый только. А я заранее просто. Все, не надо ничего. Помирайте быстрее. Залетайте вы. Смотри, Хант, ты прям по КД на пулю усилил. Там протопол, там что не БДК. Я так и делаю, Фуди. Кто сорвал? Ну, значит, стопать будешь. По-любому маг какой-то. Ну, мага было больше всего, а как было. Магия, выбираем жезл и бьем жезлом, Или установите оман, блять. Не дай бог, сейчас срыв будет еще один. Никакие предупреждения вас не убеждают, блять. Фулба, даем. Осмелился призвать меня! Гидерон, залетай. Еще бафаем. Есть. Не вайпите, сухарей. Ваш ДПС ни к чему не приводит хорошего. Чек на пул. Все поели уже, вставайте быстрее. За линию заходим. Запускай. Это
этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпало честь. Чё ты думаешь, нормально это? Узреть начало эры разрушения. Выровнять ума не хватит. Видите, как он ушел. Бля, чё ты делаешь, мне интересно просто. Вставай, вещи. Хунка обновить. Как А, дай энермагу, пожалуйста. А, нет. Пожалуйста, скажите, что там чашка. Угу, только не тебя. Две, да. Я никогда в жизни могу отвечать. Пиздец, 10, сука! На танк. А ты чё, на танк, она вообще фигово говорит, да? Или нахуй? Тапки.
типа кто-то перезаходит. Ага. А что за портал, блядь? Сука, умри нахуй. ПМРС будет сейчас. Не задавайте вопросов, блядь, я это так не люблю. Как бог пошлёт, блядь. Что будет, РС или ЦЛК, знать на кого зайти? Я не знаю. Я не знаю. Как напишу в рейд, в гильдию, так узнаем. Там это, крусанули. Ника. Кто крусанул? Ой, бля, дайте, пожалуйста, точечно этому смарткиллу ЕП. А ты куда делся? Я случайно покинул группу, вот дал плюс, чтоб пать.